Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу вам показать нашу новую теплицу. Долго мы ее, короче, очень ждали, долго-долго. Вот, и наконец-таки дождались. Так что сейчас вам поснимаю, покажу без лишних слов. Историю, как она, короче, поставлена была, не будем рассказывать, потому что заказывали мы ее в апреле. Поставили нам ее, собственно, в начале ноября. Вот и вся история. Как бы понимаете, сколько было нервов, но мы отмели весь негатив и радуемся и празднуем. Ну что, у нас появилась теплица. Вот так она выглядит. 2,7 на 4. Вот такая вот стеклянная. Лиственница крашеная. В стекле. Красивая. Пока не знаем. Кое-где там еще немножко капает. Поэтому будем проверять, как вообще все это будет зимовать. Как будет это держать снеговую нагрузку. Но в целом очень красиво. Потому что мы не хотели, в общем, поликарбонатную теплицу только лишь из-за визуала. То есть мы хотели, ну, как бы планируем в будущем вообще, в принципе, сделать все по фэншую. Конечно же, стремимся к этому для того, чтобы сделать все красиво, потому что участочек небольшой, и не хотелось, чтобы теплица была на видном месте. А если уж она на видном месте, а здесь у нас полное солнце всегда, то уж пусть она будет красивая. Так что вот. Оцените прозрачность. Такая красивая в цвет нашего всего. Это событие мы решили немного отметить. Теплица у нас проект долгожданный, очень долгожданный. Нам ее не могли поставить с начала июня, и вот сейчас начало ноября, и наконец-то она у нас стоит. Правда, внутри еще не закончено, но в общем сейчас будем ее обмывать, чтобы стояла хорошо и хорошо росли помидоры. Надо на это, первую на теплицу, вот так, чтобы хорошо стояло. Остальное нам. Я в итоге переоделась в другую куртку, потому что тут холодно, и вообще у нас идет дождь. Мы разводим костер, сейчас будем жарить рыбу. В общем, так по небольшому, по семейному отмечаем нашу новую постройку. Вот.